on it. Can't go any further, Sandman. Snowstorm's gonna hit. I need to bug out. Roger, we'll take it from here. Sandman, there will be no radio contact beyond this marker. Op Siberian strike is a go. Uniform out. Once more into the fray. Lots of open terrain. Let's see what we have here. Sentries.
gotta take them fast before they flee.
that's all of them. Who are you? Hey, I'm talking to you. Who let you in here? Shut up and listen carefully. I can go all day, so have a good think of what you're gonna say before you open your mouth again. What's going on here? Why all the heavy gear in a research station? The plan was to outfit the Topols with the pathogen and transport them out posing as a military convoy. But... Who authorized this? Russia signed the BWC years ago. Do you really think your government wants to destroy this weapon or put it to use themselves? Enough bullshit. Tell me what I want to know, or I'll shut this down your throat and watch you light up like a Christmas tree. Where's the shipment located? Where is it going? I'm not gonna ask you again! Ulyanov knows more. He was the one who got us the deal. He's in the old part of town, overseeing the transport. Who's the buyer? You killed me. Рассредоточиться. Прочесать все строения. Нас обнаружили!
Кто-нибудь что-то видит? Видит его? Кто-нибудь что-то видит? Осторожно, я его не вижу. Никого не вижу. Пригните голову. Замечено, враги! Под огнем! Сосредоточиться, прочесать все строения. Вайпер, ВВ докладывает. У нас потери. Часовой с западной башни выбыл. Повторяю. Там кто-то есть. Пустая. Что это было?
Никого нет. Нас обнаружили! Видишь его? Кто-нибудь засек его? Сосредоточиться, прочесать все строения. Вайпер, ЛБ докладывай. У нас потери. Часовой с западной башни выбыл. Повторяю, периметр нарушен с запада. Судя по ранам, выстрел снайпера с дальней дистанции. Прием. Принял 2Б. Все группы, все впереди. Прочёсывайте, плотнее и постоянно докладывайте. Конец связи. В секторе 4-1 противника не обнаружено. Прием. Принято. Сектор чист. В секторе 4-1 противника не обнаружено. Прием. Принято. Сектор чист. Я что-то слышал. Черт. Наверное, с усталостью.
Кто-нибудь засек его? Кто-нибудь что-то видит? Никого не вижу. Пригните голову. Кто-нибудь видит его? Кто-нибудь видит его? Он убит! Потерял цель! Откуда я? Кто-нибудь засек его? Не вижу его.
такое? Я вроде отдал приказ убрать с дороги эту ржавую железяку. Мы не... Нет, что? Не слышали меня по рации? Это значит, вы либо тугие на ухо, либо не выполняете приказы и не держите канал открытым. И вы знаете, каковы последствия в этой организации. Нет, сэр. В смысле, мы не думали, что это приказ нам, сэр. В смысле, мы же не техники. Я сказал что-то про техников, слизняк. Я сказал всем патрулям в секторе. Вы патрулируете этот сектор? Да, сэр. Тогда я хочу, чтобы вы завели этот драндулет и чтобы вас тут не было через 10 минут. За дело! Кто здесь? Никого нет. Something big coming this way. Call the train. Hear the gears turning all right. Все идет
гладко. Несколько часов и мне заплатят. Посмотри на эти здания. Серые, скучные. Куда ни посмотри. Удивительно, что это место заброшено. Ты с ума сойдешь или застрелишься? Оно не потому заброшено. Да знаю я. Это все. Я-то имею в виду население, гражданских, которые тут жили, а не научный штат. А, ладно, валяй. Я в архивах попал. Скажу, что исследовательская станция была учреждена давным-давно. Еще при дедушке Брежне. Город процветал. У них даже был парад по случаю образования новых рабочих мест. В общем, славное было время. That's all of them. I could stow away and get to the bridge.
экипаж состава просит не покидать состав. Повторяю, не покидайте состав без соответствующего распоряжения. Вам назначена группа безопасности, которая проследит за этим любыми необходимыми средствами. Это не учебная тревога. Конец связи. Состав IPF-9902. Это центр. Нам передают, что прорыв обороны был ложной тревогой. Повторяю, ложной тревогой. Вам дан зеленый свет на проезд в город. Looks like it could get ugly. Gotta find some high ground. Now it's cleanup time.
Кто-нибудь что-то видит? Кто-нибудь видит его? Следите за движением! Откуда это? What I don't get. Everything I managed to dig up so far suggests the bioagent is not contagious. It was meant as a surgical weapon, not a WMD. Slip a sample at a dinner party, watch the target fall on his face kind of thing. So why would an international terrorist organization even bother? Isn't rigging a car more bang for your buck? I need to find out the details of their deal with the scientists to make any heads or tails out of this. Fuck. Sorry, Diaz. Your dire will have to wait. Thank you.
dog tag number, it's a frequency. Now it's cleanup time. Broadcast. Can't leave these guys behind. Gotta take care of them first. Signal stronger. Sandman, Tango, Whiskey, Sierra. Over. Greyhound, Foxtrot, Zulu, Sierra. This channel is secure. I had the charade with the stiff, Agent. Necessary precaution. Some of the higher ops were close on my trail. Then this happened. Whiskey, as in sniper? Perfect. Yeah, but my orders are to pull you out along with the intel. Negative. Intel won't do jack shit now. Senior scientist set up a deal with some terrorist outfit. They're here for the bioagent samples. If we don't act now, we can kiss the whole deal goodbye. All right. Game plan? Eliminate key figures. Obtain a sample for testing. If possible, sabotage the shipment. If not, at least get a tag on it so we can trace it back to the buyer. Main chess pieces are Nevsky, Somovich, and above all, Yulianov, chief scientist. Everything we need to know, we get from him. Get a good overwatch on the security complex 2 clicks east from my pigeonhole. We'll coordinate then. Anderson, we gotta handle this tighter than Sarajevo. Provided you did a more thorough background check this time, we'll be fine. Sandman out.